канале The Super Boom, и сегодня я хочу поговорить о новом обновлении. Как мы знаем, что кто смотрел ролики на канале Brawl Stars, знает, что выйдет новый персонаж под названием BB. В общем, что хочу про нее сказать. Она похожа на Фрэнка. Она также удары свои бьет, она как Фрэнк, но без замедления. И когда она у нас не, когда нас не бьет, некоторое время, если подождать, когда все три атаки будут полными, то будет накапливаться, как у Леона, такая, знаете, шкала желтая, когда он в инвизе. Только она будет накапливаться. Это отброс. Когда она накопится до конца, значит, ваш первый удар будет просто отбрасываемый. Просто в Японию улетишь. Вот, видим, также новые скины появятся. Видим, вот, персонаж, если присмотреться за вопросом. Видим, у нее что-то колесико на дубинке, пацаны, колесико на дубинке. Значки у нее какое-то, потом какие-то. Еще что хочу сказать, выйдет новый скин Барли. Не пойму, почему у разработчиков такие шутки делают... Такие скины на мальчиков. То же самое вот это. Мортис же мальчик. Камон, зачем ему скин бабы? То же самое и Барли. Не убивайте Барли. Я его любил, но сейчас я его не полюблю. Но мне придется скины покупать, потому что я же все собираю скины. Так что что мне делать? Без скинов я не могу остаться. Мне надо все покупать. Придется... также, потом, что я хотел отметить. Так, извини, сейчас не могу принять. Что я хотел отметить, это то, что у нас появится Ретрополис. Все два видоса на канале Brawl Stars я все выложу в описании. Сами посмотрите, проверите. Там сами вам объяснят. Там на английском, ну, кто понимает, поймет. Так там ничего особого, я самое главное выделю. Новый персонаж на Брока. Вот я его показывал уже в новостях. Вот он. Ретро Брок. Видим, у него... Ракетница в виде машины такой огненной. И, в общем, такой красивый он. Также будет на Карла, скин на Карла, как сказали разработчики. Скин на Карла, он такой будет, как Эль Приму какой-то, не знаю. Типа такого. Не знаю, не могу сказать. Писать прямо так. Короче, зайдете, все посмотрите, там все покажу. Также хочу сказать, что мы, наверное, попрощаемся с нашим геймграбом. С нашей шахтерной шахтой. Как мы знаем... Вот она, шахтерная шахта. И мы, походу, с ней попрощаемся. Ну, может быть, нет. Если нет, то я буду рад. Что хотя бы пусть в дружеском бое создадут, что будет Эретрополис. И именно шахта. Эретрополис будет красивый такой ретро какой-то, не знаю. Что-то типа ретро. Видим. Вот. Эретрополис. Скоро будет. В общем, ожидаем Ретрополис. Некоторые говорят, что обновление будет 7 июня. Эту я инфу нашел в Brawl Stars, в интернете, Reddit. Я увидел где-то 7 июня или, допустим, 24 мая. Я не уверен, но кто как по-разному говорит. Ну, в общем, я уверен, что от 21 мая до 10 июня. Вот так. Это точно будет. В общем, что я еще хотел сказать? Что... Это обновление крутое будет. И мне больше всего хочу сказать, самое главное, что, скорее всего, BB у нас будет эпиком. В общем, да, готовимся, что это будет эпик или кто-то другой. Но она настолько мощная, что похожа на эпика. Давайте, смотрите, если подсчитать, то сколько у нас редких? 4 редких. 4 сверхредких. Почему эпика 3? Вопрос. 4 должно быть? Конечно. Браво. Brawl Stars добавил все же, видим, 3 мифических стало было, 2 Мортис и Тара. Сейчас Джин появился. И леги не изменились. Что я хочу сказать? Я прям вангую, прям уверен, но не настолько. Что этот персонаж будет эпик. Следующий персонаж будет мифик. И потом будет персонаж легендарный. Я понятия не имею, какой будет легендарный, но я думаю, что может какой-то... Типа путешественник во времени, как я смотрел, там опять читал на Reddit, видосы смотрел разные. В общем, какой-то такой. В общем, он типа будет под себя. Ну, это нельзя, это будет или мифик, или лего.
Ну, похоже на Лего, потому что он довольно мощный, типа патроны у него сквозь игроков пролетают. Короче, много всего. Ладно, пацаны, подпишитесь на канал, не буду ролик затягивать. Все, я сказал, главное, что это будет она, это будет плохая девочка такая, с битой, зовут Биби. По-любому, эпик, но я не скажу. Я потом сделаю видос подробнее, и также можно будет за него поиграть, как сказали разработчики. В общем, ладно, я оставлю все видосы в описании. Всем спасибо за просмотр. Видим, я готовлюсь уже к открытию 12 сундуков. Сейчас буду вот подниматься и играть. Стримы у нас, кстати, будут почаще проходить. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подпишись на канал, если не сложно.